и бессменный руководитель музея-заповедника Сергея Васильевича Рахманинова и Маховка, советский и российский педагог, историк музыкального искусства, просветитель, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, это 2019 год, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Иванович Ермаков покинул этот мир 14 апреля 2022 года, находясь на вершине профессионального признания и при этом на взлете к новым, определенным им самим профессиональным горизонтам, в частности, реализации грандиозного юбилейного проекта к 150-летию со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова. Письмам соболезнований в адрес музея поистине не было конца. Музыкальный мир говорил о невосполнимой утрате, стремился объединиться вокруг музея и сделать лучшее в памяти его создателя. Концерты и циклы программы памяти Александра Ивановича начались в те трагические апрельские дни и продолжаются и по сей день, как в Ивановке, так и во множестве городов России. И в октябре этого года масштабное посвящение светлой памяти великого подвижника Александра Ивановича Ермакова представляет и наша Московская консерватория. 8 октября в музее Николая Григорьевича Рубинштейна состоялась презентация изданий музея-заповедника Рахманинова и Ивановка. В этом поистине памятном событии объединились ведущие представители отечественной музыкальной науки, чтобы представить уникальные издания, задуманные и инициированные Александром Ивановичем, в частности, один из самых масштабных издательских проектов Ермакова, аналогов которого нет во всем Рахманиноведении, летопись жизни и творчества Сергея Васильевича Рахманинова. Ну а сегодня, 11 октября 2022 года, в поклоне уважения Александру Ивановичу объединяются студенты и преподаватели, ежегодно представляющие свои концертные программы в музее-заповеднике Рахманинова и Ивановка и продолжающие, поддерживающие тем самым неразрывную связь Ивановки и Московской государственной консерватории. Сегодня в этом зале присутствуют представители музея-заповедника Ивановка. Давайте поприветствуем их.
Элегию ми бемоль минор, сочинение третье, номер один, исполняет заслуженный артист России Андрей Писарев.
Солистка Московского музыкального театра «Гили Кунопера», заслуженная артистка России меццо-сопрано Ксения Вязникова и преподаватель Московской государственной консерватории Станислав Диченко. Партия фортепиано. Два романса на слова Семёна Надсона «Мелодия», сочинение 29, номер 1, и на слова Марии Давидовой «Я жду тебя», сочинение 14, номер 1.
Далее в программе две прелюдии из 23-го опуса Рахманинова, номер 6 ми бемоль мажор и номер 2 си бемоль мажор, исполнит Филипп Руденко. Thank you.
Приглашенная солистка Республиканского театра оперы и балета Республики Коми, сопрано Елена Аюшеева и заслуженная артистка России Ирина Осипова, фортепиано. На слова Виктора Гюго в переводе Льва Мэя «Они отвечали», на слова Федора Тютчева «Весенние воды» и на слова великого князя Константина Романова «Молитва». Thank you.
Далее в программе две прелюдии. Си минор, сочинение 32, номер 10, и соль минор, сочинение 23, номер 5, исполнит Ирина Осипова.
Ну, а в заключение первого отделения романс и тарантеллу из сюиты номер 2 для двух фортепиано, сочинение 17-е, исполнят Дмитрий Каприн и Виталий Юницкий.
Завершилось первое отделение концерта «Антракт. 10 минут».
Дорогие друзья, просим занимать ваши места. Мы готовы начинать второе отделение концерта. Итак, дорогие друзья, еще раз большая просьба занимать места. Не забывать про мобильные телефоны. Сегодня ничто не должно быть контрапунктом, когда будет звучать и уже звучит музыка Сергея Васильевича Рахманинова в этом концерте посвящении памяти Александра Ивановича Ермакова. Второе отделение мы открываем двумя транскрипциями. Это опус 21 Рахманинова «Сирень» в транскрипции для фортепиано автора, а затем «Здесь хорошо» в транскрипции для фортепиано Аркадия Володося. И на сцене появляется Елена Тарасова.
Солист Государственного академического Большого театра России, бас-баритон Владимир Байков и Станислав Диченко, фортепиано. На слова Александра Сергеевича Пушкина «Муза» и на слова Дмитрия Мережковского «Пощады я молю». Скважинам пустого тростника уже на
Сейчас в программе сегодняшнего вечера еще две транскрипции. Это «Маргаритки» в версии для скрипки и фортепиано, и затем «Анданте» из сонаты для виолончели и фортепиано в переложении Яши Хейфица для скрипки и фортепиано. Но ответственность момента заключается еще и в том, что сейчас у нас в консерватории на сцене Рахманиновского зала зазвучит скрипка работы мастера Оноре Дейразе 1862 года. Когда-то на этой скрипке именно в Ивановке играл выдающийся музыкант-скрипач Большого театра Виктор Константинович Седов. А сегодня эта скрипка в руках его сына Павла Седова, который появится сейчас на сцене, и партия фортепиано вместе с ним Виталий Юницкий.
заслуженные артисты России, сопрано Яна Иванилова и Елена Савельева, фортепиано. Два романса на слова Константина Бальмонта «Ветер перелетный» и на слова Федора Сологуба «Сон». Thank you.
Далее в программе два этюда картины, опус 39, номер 1 до минор и номер 4 си минор, исполнит Елена Попкова.
Еще два этюда картины из 39-го опуса, номер 3 фа диез минор и номер 5 ми бемоль минор, исполнит Элеонора Карпухова.
В завершении музыкальной программы сегодняшнего вечера «Слава» из 11-го опуса. Это цикл 6 пьес для фортепиано в 4 руки. Исполнители Вера Алмазова и Виталий Юницкий.
Друзья, мы говорили, что в зале присутствуют представители музея-заповедника Рахманинова «Ивановка». И мы хотели бы пригласить их на сцену. Татьяна Старикова и Татьяна Дорофеева. Пожалуйста. Дорогие друзья Ивановки, мы сегодня вас благодарим за концерт, за замечательный вечер, который вы подарили нам в память об Александре Ивановиче, человеке с большой буквы, человеке, который создал Ивановку, который словами Сергея Николаевича Сергеева Ценского, нашего тамбовского писателя. Замечательное стихотворение «Заботы жизни». Каждый миг в нас что-то умирает, каждый миг в нас новое растет. Разве кто-нибудь, наверное, знает, что его через мгновение ждет? Жизнь весьма нелегкая задача. Надо перемен в себе не знать. Надо, чтобы во всем была удача. Надо кончить то, что смог начать. Разных надо в каждом слове стадо. Но в конце земного бытия ждет тебя немалая награда. Вспомнишь, скажешь, славно пожил я. Вспоминая Александра Ивановича, конечно, я хочу рассказать один случай, который произошел совершенно недавно. Но, думаю, всех, кто знал Александра Ивановича, этот случай немножечко даже порадует и развеселит. Мы приехали не просто вас поблагодарить, но выполнить сегодня еще и задание Александра Ивановича. На прошлой неделе, находясь в районном архиве, я анализировала документы совершенно другой организации, не Ивановки, и смотрю знакомый почерк. Не понимая, в чем дело, начинаю судорожно листать документы, а там документ 11 октября. 1988 года, 11 октября. Перспективный план развития Ивановки. Я сегодня привезла этот документ, я вам его подарю. Это копия, конечно. Но из 41 пункта, который Александр Иванович написал 34 года назад своей рукой, выполнено практически все. Александр Иванович, я отчиталась за вашу работу. Аплодисменты вам. Присоединяюсь ко всем словам, что сегодня было сказано об Александре Ивановиче. Об этом человеке можно говорить много и долго, и говорить только хорошее. Я немножко волнуюсь. И вы знаете, Александр Иванович был таким человеком, он был и другом, и руководителем, и соратником. И поэтому он всегда в нашей памяти останется на долгие-долгие годы. Мы будем помнить его как светлого человека. И от лица всего нашего коллектива, коллектива музея-заповедника Сергея Васильевича Рахманинова «Ивановка», я хочу поблагодарить всех организаторов, всех исполнителей. Спасибо за такой великолепный вечер памяти светлой нашего Александра Ивановича. Хочу также поблагодарить всех присутствующих в этом зале за то, что вы нашли время и пришли почтить память нашего Александра Ивановича. Спасибо вам, низкий вам поклон от всего музея. Любим, помним и чтим. И пользуясь такой вот ситуацией, хочу всех вас, наших друзей, пригласить в наш музей. Наши двери всегда для вас открыты. Александр Иванович был очень гостеприимным, и мы сохраняем его традицию. Мы очень любим свою работу, любим свой музей, и поэтому мы всем будем рады, кто приедет к нам посетить наш музей. Спасибо вам за ваше внимание. Спасибо. Низкий поклон. Хочу вам зачитать, извините, еще 2 минуты, даже, наверное, 1 минута вашего времени.
просим Уваровский райисполком рассмотреть и утвердить перспективный план развития музея-усадьбы Сергея Васильевича Рахманинова в Ивановке. Убедительно просим рассмотреть и утвердить наш план в ближайшее время. На заседание исполкома просим пригласить сотрудников нашего музея или провести заседание исполкома в Ивановке. Вы слышали голос Александра Ивановича? То есть он не то что просил, он требовал. Александр Иванович все исполнил. И еще раз ваши огромные аплодисменты выдающемуся человеку.